Как вы получили доступ к ране, у вас в пакетном посылке должен находиться перевязочный индивидуальный пакет. По возможности либо вы сами себе, соответственно, либо вам, соответственно, ваш товарищ этим индивидуальным пакетом делает перевязку. Инструктор подробно рассказывает подросткам о каждом предмете в стандартном вещмешке. Школьники слушают внимательно. Следующие 5 дней их ожидают военные сборы. Участники – десятиклассники из Каменского района. В какой момент пригодится перевязочный пакет или оружейные принадлежности, нужно знать четко. Вообще, понимание дисциплины организаторы называют главным, что ребята вынесут из этой пробной недели на службе. Первые команды подростки получают на плацу. Для нас оно в первую очередь необходимо, так как в будущем нам предстоит военная служба, и данные сборы непосредственно связаны с дальнейшей военной службой. Расписание занятий и весь распорядок дня, как в настоящей армии. Сборы для десятиклассников в Каменском районе проходят традиционно. Для школьников это возможность прочувствовать, что такое воинская служба и взаимовыручка. Здесь они будут знакомиться в течение недели, согласно учебного плана. Это огневая, строевая, физическая, медицинская подготовка, традиционная химическая, биологическая защита. Будут повторять, изучать. В общей сложности занятия продлятся 35 часов. Основной задачей комиссариат, как и в прошлые годы, ставит практическую подготовку ребят к срочной военной службе.